А его так просто не проймешь. Давай быстрее, давай быстрее, быстрее! Эй! Твою мать, а? Вот так вот. А ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это капитан Тит, космодесантник, за которого мы и играем. Потому что что? Потому что капитан Тит на войну с орками уже летит. Уже прилетел, но все равно в ней летит. Приятного тебе аппетита. Я надеюсь, эта серия прям еще больше понравится. А тут много чего будет сюжетного и так далее. А если понравится, не забудь жмакнуть лайк. В комментариях что-нибудь нажмакать. По поводу того, что ты думаешь вообще в принципе об этой игре. Чего хотелось бы увидеть во второй части? Что делает этот сервочереп? Пытается доставить сообщение. Похоже, он поврежден. Печать Инквизиции. Интересно. Черепуха-то здоровенная. Инквизиция? Вот надо. Мы и выясним. Это Инквизитор Дроган. Мне срочно нужна помощь в мануфактории Аджакис. Они ищут экспериментальное устройство. Пока что оно в безопасности. Я отвлек их. Но теперь я в западне. Если я погибну, устройство не должно попасть в руки к врагу. Иначе его не остановить. Мне нужно было время. Оружие было почти готово. Слушай, включи шумодав, ну капец же. Экспериментальное оружие? Нужно добраться до Инквизитора раньше орков. Двигайтесь вперед. Не теряйте бдительности. А тут инквизиторы, кстати, в этой вселенной. Это, в принципе, фетиш такой, понимаешь? Вот все в порядке ультрамаринов было бы, но, знаешь, придумали вот инквизицию, чтобы не так сладко жилось. Вы можете послужить повелителю машин, присоединившись к трупоуборочным командам вашего центра эвакуации. Вечно она мозги трахает. А вот мы, конечно, присоединяемся к команде, но только не к трупоуборочной, а к труподобавочной. Мы, капитан, в принципе, смотрите! Тут из команды. Видимо, управляют орки. Они не остановятся, пока не прорвутся. Нужно вывести кран из строя. Ура! Оп! Этой серии еще не было. Добивание. И вот оно теперь! Эй! Еще смертей тоже не было, но это не значит, что нужно мне организовать парочку. Давай, давай, добивай, добивай его, Тит, добивай! Лучше умереть за императора. Опять ты за свое. Для себя. Да живи, живи, живи. Хочешь жить для императора? Живи для императора, а не для себя. Но надо, ну живи же, Тит. Ну живи ты, а? Что за такая вот суицидальная наклонность? Вот умереть ты и умереть поскорее. Капитан, смотрите! Что? Они да. Становится, пока не прорвутся. Нужно вывести кран из строя. А чё? Космодесант мочит уже. Все. Не хватит стрелять! Я как ответственный космодесантник говорю, что не хватит стрелять!
Во. Во. Видимо, это традиция становится, да? Сдохнуть в самом начале, а потом все нормально. Гранаты. 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 Граната была. О, да! Мины! Мины пошли! Да-да-да-да-да-да-да-да! Нихера себе! Да! И тут Тита понесло. И тут капитану сорвало флягу. Кукушка вышла из чата. Просто. Найс. А для чего мы, собственно, играем в эту игру, если так не делать? Да. И он весь в кровяке. Ну ничего. Сейчас он обязательно отмоется, к сожалению. Покидайте своих рабочих. Пойду. Пошло мочилово. Пошло мочилово. Вот теперь пошло. Вот комната управления. Где? Вперед. Это? Уничтожить орков. Эй, ребята! Хорошо! Хорошо, блин! Мочи, космодесант! Два к ряду. А? Два к ряду. Ну, это так, на сдачу. И это тоже. Странно, что они сделали, что за эту штуку ярость добавляет. Она разнесет ворота в хлам одним выстрелом. Мы не допустим этого. Ну да, конечно, не допустим. А что, классная? Или все-таки шикарная? Не, есть еще вариант божественная. Но кто знает. Может, ты считаешь, что она просто ультра шикарная? Ребят, кнопки — это ваша хилесова пята, да? Не умеете, да? Надо учить. Оу. Да. Вторая палуба, вы меня слышите? Говорит капитан Тит, отряд ультрамаринов. Назовите себя. Это капрал Антилох, сэр. То есть, господин. Антилох. Мне нужен доступ к мануфакторию, капрал. В ангаре прямо под тем местом, куда вы сбросили груза, есть служебный лифт, господин. Мы можем встретиться там. Готовьтесь. Скоро мы будем там. Конец связи. Эти ворота обороняет лишь горстка гвардейцев. Долго им не продержаться. Им удалось уничтожить мост главного доступа. И орки потеряли численные преимущества. Бедные орки теряют численное преимущество. На ровном месте. А тут что-то нас дохрена, да, ребята? Так-то оно быстрее будет. Где-то тут еще один был.
Ну, это, конечно, не очень. Так тратить пульки. Но в целом нормально. И посмотри, он ничто не сбивает. Ну, если только башку не взорвать, да? Но это тут темой не является, что вот взял и расхреначил. Его до того, как он бросил гранату. Выходим, выходим, ребят, не стесняемся. Давайте еще слева подключаемся. Это космодесант. О. Да это Гречины, ты что, блин? Как бы классификацию выучил. А вот взрывчатка, это может плохо кончиться. Я перезаряжаю, не переживай. Это разве орки? Вот если бы здесь были орки, они бы здесь нас так зажали. Вы должны поспешить. Зеленокожие снова двинулись в наступление. Если они найдут нашу точку доступа, то долго мы не протянем. Я тебя убью. Давай лучше я. Мне так прикольнее. Это хорошо еще, у этих парней нету, у обычных гранат нету. Классная пушка, да? Шикарная. А там еще апгрейда не будет, но такие пульки будут прикольные. Хорошо, что здесь так не сделали. Улететь просто потому что... Просто потому, что это было бы вообще не прикольно. А вот болтер, конечно, пора уже менять. А то на нем даже пульки смешные. А орки такое не любят. Лифт, то есть. То есть. Капрал Антиох, мы на позиции. Прекрасно. Я отправляю лифт наверх. Давай. Капрал Антилох отправил лифт. Мне нужно взять тут кое-что. Не помню, что. Доступ разрешен. Топорик. Орки! Целая орда! Открыт силовой топор. Силовой топор Волчий Клык защищен искрящимся силовым полем и способен носить разрушительные удары, пробивающие самую прочную броню. Всю душу вытрясет. Да. Давай глянем пару ударов на него. Секундочку. Удар. Два удара. Три удара. Четыре удара. И удар от себя. Потом пинок. Потом два удара. Потом два удара. Хорошо. Ох, останови лифт. Сюда ломятся орки. Зеленокожие. О, ребята! Так это же совсем другое дело. А там он еще молот будет? Ты что? Эй! Уничтожаем, уничтожаем. Следующая волна. Но не надо убивать. Это я понимаю, пушка.
Единственное, что места тут мало для разгона. А еще ребята не занимаются тем, чем надо было бы заниматься. В первую, сука, очередь. Уа! Ребят, ну не могли пристрелить, ну ей-богу, ну одного же, а? Один же был, всего лишь бедный, несчастный, с болтером, а? Все, а, и все. Ой, там уже не один с болтером. Ульта на марше, да? Да, я помню, что я прибегал к этой штуковине. Очень часто, в большей степени для того, чтобы... Пошло, мочилово. Жизнь восстановить. Где? А, не один. Бомба, ребят! Ой! Валите космодесантника. Опять? Так уже ж завалили немножко недавно. Ему хватило. Опа-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 
Майс порвал. Майс. И вы все это время не могли застрелить одного несчастного бедного. Тут у нас еще подмога была? Да, господин. Все это время? Мы прослышали, что в мануфактории находится инквизитор. Да. Да, господин Дроган. Мы его уже несколько дней не видели. Друган. Флот освобождения уже прибыл, господин. Флот все еще в пути. Ультрамарины — авангард, который должен ослабить врага и захватить самые важные объекты. Ясно. А комплекс и титаны, они в безопасности? Все, что я могу сказать, господин, пока ни один орк не проник за ворота. Свяжитесь с лейтенантом Мирой. Ее отряд организует бастион у жилого центра Андрис. И ваши корабли снабжения теперь смогут приземлиться с орбиты. А что с полковником и штабом? Никто из них не выжил. Да. Отбрось комплексы. Все нормально. Не комплексуй. Ой, никто не заметит, там пара лишних дырок от пуль. Вот такой толщины надо было делать броню. Терминаторскую. Тогда бы мы победили. А есть подсветка какая-то? А лейтенант младший уже здесь? Почисти свое оружие. Спасибо, капрал. Знаю потолки. Да. Наконец-то место, не оскверненное орками. Пока. А блин! Думаю, что никакая пушка не заставит орков убраться отсюда в освоясь. Да. Мы должны найти инквизитора и титан непобедимый. Пусть вас не заботит происходящее за этими стенами. Сука, ты в кого целишься? Работайте. Выполняйте норм. Повышенная производительность радует повелителя машин. Потом будут идти и думать, кто это у нас там точки понаставил черные на фонарях.
Мне нужно больше сургуча навешать на капитана Тита, тогда он станет прям такой уа. Хотелось бы, чтобы он стал вообще так уа, но только уа будет. По крайней мере, Титан непобедимый не поврежден. Точнее, Титан непобедимый не используется. Или этого вторжения мало, чтобы вывести боевых титанов? Титан обслуживается многосотенной командой, Сидоний. Без команды он бесполезен. Да мы втроем потянем, я думаю. Верь в себя, слышь? Бум-бум-бум. Я красавчик, Титан, конечно. Неповоротливая, неэффективная херня, но красавчик. Хотя, если, конечно, брать отстрел вот этих вот орочек кораблей изначально, тогда очень даже эффективная и очень даже капитан, поворотливая. Станция сканирования. Я могу поискать присутствие инквизитора. Давай. Сканирую. Доступ разрешен. Даю добро. Один человек. Личность подтверждена. Дроган. Ордо Ксенос. Он в этом крыле мануфактории. Я вижу сигнатуры ксеносов по всему комплексу. Больше всего их в том месте, где находится инквизитор. Класс! Все сходится. Ордо Ксенос. И Тамарда Ксеноса. Исправляйте положение. Исправляйте положение. Да. Все под контролем. Брехня, конечно, но... Блин, что я забыл про гранаты, когда минометом орудовал? Они решили, не, что-то до хрена в игре лифтов. Давайте сделаем, чтобы один не просто вниз, а вот, вот так. По спиральке закручивался. И это прикольно! Я эти перебежки Леонов, не одобряю, но... Ты можешь связаться с нашими через эту панель? Не напрямую, но попробую передать. Но они добавляют атмосферы. Типа, вот, мы действительно куда-то там в комплекс все глубже и глубже в засунуть. Доступ разрешен. Орден ультрамаринов. Чё? Сюда, капитан! Ультрамарины, это капитан Тит. Вы меня слышите? Капитан, говорит сержант Мидас. Отряд Солинус находится на земле и направляется к цели. Новый приказ, Мидас. Мы находимся на мануфактории Аджакис, и мы нашли Титан Непобедимый. Солинус нужен мне, чтобы захватить Непобедимый, а у меня будет своя задача. Выдвигаемся. Конец связи. Конец связи. Вообще-то вот те кнопки должен был я жать, а ты вот эти, понимаешь? А то такое ощущение, что я шестерка, а ты, блин, в смысле нахрен? Мы находимся между ножей эти-то... А, нет. Рядом. Ну, у этого-то Титана точно стальные яйца, я тебе говорю. Они еще и могут, может быть, заряжены, потому что там боеприпасы хранятся. Место для хранения боеприпасов. И орки могут устроить яйкобум. Только не они! Трубы! Орки в трубах! Здесь, парни. Да, блин, это гречины, твою мать! А вот это орки уже. Если не умирает с первой пульки, ты же должен понимать, что это гречен. Фу, блин, это орк. Дайте ранец полетать. Полетайку дайте, а. Без ранца плохо.
Что, так не активируется? Ну ладно. Капец, а орки тут вафли уже жарят. Слышь, а чё, так можно было, что ли? Все, кто не успел, тот не успел. Я активирую. А, это вот эту хрень опустит. Вечно ты опаздываешь, а? Леандр, я не знаю, ты меня расстраиваешь. А это я еще сюжет спорить не хочу. Орда Ксенос. Повторите авторизацию. Дроган, готовьте источник к немедленной выемке. А то поймешь. Быстрее. Наплюйте на все протоколы безопасности и... Говорите четче. Повторите авторизацию. Не вышло. Инквизитор Дроган? Я Дроган. А вы кто? Капитан Тит, отряд ультрамаринов. Мы получили сигнал бедствия, но, похоже, вы пережили атаку противника. Да где пережили? Ты постоянно попаянный весь. Я ученый и солдат, капитан. В каком состоянии экспериментальное устройство? Источник энергии? Он находится в генераторной и питает весь мануфакторий. Так это источник энергии, а не оружие. Это сложное устройство и нестабильное. Если орки найдут его, то уничтожат. При его детонации силой взрыва может разнести всю планету. Перенесем в надежное место. Для этого, капитан, мне нужна ваша помощь. Сюда. Так а зачем? Вы ранены, инквизитор Дроган. Будет такой экстраминатус. Сайкер, мои психические способности сдерживают кровотечение. Хорошо. Ну давай, давай. Так, теперь у нас уже 4 человека, но кнопки все равно жму я. Инквизитор. Орда, Ксенос. Не инквизиторское это дело, да? Ё-моё, орков перестреляли, вафли уже остыли все. Обнаружены инопланетные формы жизни. Господи Сандик, хочешь спереть моих титанов? Мою добычу! Я тебе кишки через глотку выдернул! Главный орк! Это получается колумбийский галстук, да? На кол, космодесантник! Заговоренный, что ли? Так, а ну, ребята, а ну вылезайте и замочите космодесантника. Что за херня? Филоним, что ли? Я уже думал, не берет ни хрена. Там был целый ящик. Я потратил всего 2. Тит, куда ты дел все остальные гранаты? Это какая-то херня. Быстрее, ребят! Не успели, не успели, все. До первой кнопки, да? Да. Похоже, он будет нас преследовать. Проклятая тварь! Если бы он не попал в этот мир,
Но он попал, Дроган. Было бы не весело. Ни черта-то ты не понимаешь, Друган. Инквизитор еще. Ну, а эти инквизиторы всегда такие ограниченные. А что это, что это? По-моему, какой-то... Вот, по-моему... По-моему, пистолетик модный. Ну, болтер, то есть. Космодесантник опознан. Предоставлен полный доступ. Открыт плазменный пистолет. Плазменный пистолет модели 3. Гнев солнца. Стреляет сгустками сверхперегретой плазмы. Он может быстро выпускать заряды малой мощности или один мощный плазменный заряд. Это оружие навсегда заменяет ваш болт-пистолет. И слава богу, потому что я им не пользовался. А теперь буду пользоваться. А это хорошая штука. Я серьезно говорю, эта штука хорошая. Сюда. Мы Куда? Должны добраться до лифта. Давай. Блин, а где тут вообще лифт? Ты еще хер поймешь, что тут лифт, что тут не лифт. Очевидно, он имел в виду вот в обход. Орки уже не видишь, ни провода не тянут, потому что думают, та! Те невежды. Мои парни хотят поприветствовать тебя. Привет. А пробьет эту штуку? Опа! Дверью убила. Ой, и пройти нельзя, главное. Нихера себе. А я думал, он сдох. Ребята. Ну, я свою работу выполняю на ура. Такой сияющий, а. А потом еще плазменный болтер дадут. Такое, что капец просто. Вот. Там-то мы разгуляемся. Плазменным болтом. Капитан Тит. Насколько глубоко уходит это сооружение? Мануфакторий? Глубоко. Генераторная фактически подвешена над вентиляционной шахтой. Подвешена? Да. В случае катастрофической перегрузки она может быть экстренно отправлена вниз. Ну вот, мы на месте. Все аж инеем покрылось. В открытом космосе. Да, побочный эффект работы устройства. А ты без шапки, твою мать! Но эти лесенки явно не для ультра десантников сделаны. Капитан Тит, идите в главную комнату. Нужно только достать источник энергии из ядра генератора. Я инициирую отсоединение с панели управления. Понятно. Из ведра генератора. Братья, охраняйте точку доступа. Я инициировал процесс отсоединения, капитан. Вы должны оборонять комнату, пока источник не будет извлечен. Личность подтверждена. Дроган. Ордо Ксенос. Сейчас будет жарко.
Прям вот жарко-прижарко. Ну вот, главный щит открылся, капитан. А чё я здесь один? Центральную камеру. Центральную камеру. Все, ксеносы, валим! Капитан, варбосс! Космодесантник! Что вы здесь прячете? Варбосс! Оно мне надо! Привет, парни! Держите ли на коже, капитан. Источник энергии скоро выйдет из генератора. Да. Так, а уже тогда не надо будет нам. Когда он выйдет, уже нам тогда нахрен не надо будет. Не, этих, конечно, крепче парни, чем те. Извлечение энергетического ядра. Я, правда, их немножко путаю, они одинаковые. О-о. Ну все, а ну иди сюда. Меня не остановить. О-о-о. Сука! Ну все. Тебе стоит бежать. Дай топор. Тебе не убежать от меня, космодесантник. Теперь идите к ремонтному модулю и активируйте его. Он извлечет источник энергии и поместит его в контейнер. Куда идти, блин? Я же говорю, что пистолет классный. Ой, мимо. А вон там у нас ремонтный модуль. Ну ладно, сейчас добьем. По Шурику. Все, активирую. Это вот эта блестяшка тебе нужна, десантник. Тогда я заберу ее себе. Нет! Рих на части. Мне тоже нужна блестяшка, ну ядрит твою мать, а? Этот чертов орк нас всех угробит. Нет! Хватайте, капитан. Это классный орк, не трогайте орка. Скорее! А кто меня так поливает мощно огнем, а? А? Все, вопрос снимается. Вопрос снимается. А его вообще надо валить сейчас? Источник энергии возвращается в генератор! Капитан, хватайте! Хватаю! Обрушение структуры неизбежно. Капец, здесь жарко! Ну, хоть согрелся. Класс, я же говорю, моща, драйв. Живой. Ну, почти. Хорошо, хоть гвозди из головы не повыскакивали, да шляпки только торчат. Там все держат. Сидоний, сердце Леандр, тьмы. Ответьте. Капитан? Инквизитор утверждал, что вам было не выжить. А я выжил. Да врал. Его источник энергии у меня. Мы договорились встретиться у жилого центра Андрис. Эти тоннели в конечном счете выведут нас туда. Отлично. Направляйтесь к жилому центру. И я туда пойду. Пистолет класс. Чего не заканчивается? Ну, понятное дело, он, скажем так, больше как... такая временная штука. Но это временная, очень сильная штука.
Не, ничего не надо. Чуть-чуть повыше надо брать. Сука, твою мать! Хорошо. Время умертвлять. Ух ты! С ним пальба становится немножко более размеренная, потому что в режиме гранатомета он такой прям. То, что у нас сверху-то настреливает. Да никакого просто не убить. Но я же не пытаюсь убить просто. Пытаюсь убить сложно. Уровень сложности-то сложный. Это просто дело принципа. Вот. По-моему, мы должны проапгрейдить броню еще. Силовое поле. Капитану Атиту. А то после вот того переморожения явно будет отит. Ну, в целом, не то, чтобы нам сюда надо было, но... Давай возьмем пулечки. Убивайте людей! Молодчи, господи, сам! И стенку взорвал. А может, там какой-то секрет? Не, просто взрывная стенка. Трубы. А что ж ты такой светящийся? И хоть тебя видно. В этом мраке. Вообще, этот плазменный пистолетик, он в принципе сам по себе ядреный. Даже без взрывных зарядов, без накопленной мощи. Он прям такой. Че ты берешь? Тебе же не надо. Ну, Тит, ну че ты? Ну, другому останется. Да это не сетевой режим, все-таки. Держится. Молодцом. Все, давайте орков. Срочно орков сюда. Вот так вот. Уа! Не может быть. Не может быть. Ты, по-моему, перепутал время. Это какое-то совсем другое время. Время умирать, человечество. Хотя там такая орда идет, что? Может и умирать, конечно, время. Господи,
Ребят, вы просто забываете, что у меня еще и миномет есть. А я забываю, что у меня еще гранаты есть, да? Но этот крепкий. Прям крепыш. Сейчас жахнем! Отвалите, ребят, я не вижу, что мы с ним делаем. Блин. В общем, там цензура трубами прикрыла все это дело. Ребята. Знаешь, тебе нужен разгон для этого. Да, здесь было хорошо. А что этим минометом не люби пользоваться? Он же очень даже ничего такой. Ну, вроде по кайфу. О. Нет? А теперь? Прямо точно. На том месте. Люстру так высоко вешает. Или чтобы орки пока будут прогрызать решетку, не так быстро доберутся до лампочки. Все равно живой? И сохранила сразу. Дверью убил и сохранила. А тут тоже вроде кнопочки. Оу. Это такое что? Мельган. Доступ разрешен. Ой, не люблю я его. Если бы он не снайперку заменял. Мельган, модели вулкан. Стреляет молекулярно. Разогретыми сгустками. Вещества. Поэтому никогда не показывают, как Тит ходит в туалет. Которые на близком расстоянии распыляют свои цели. За мощь этого оружия приходится расплатиться малым боекомплектом и долгой перезарядкой. Даже здесь техно-швейцы чтут повелителя машин. Убивайте людей! Не то чтобы он такой плохой, но просто он заменяет снайперку. А снайперка ну так нужна. Ну так нужна снайперка. Очень часто. Я же не говорю ничего такого, что он прям говно какое-то. Нет, хороший дробовик. Но опять же таки на близком расстоянии. Но тут так часто ведется война на дальней дистанции. И так надо порой именно вот снайперкой отстрелить ребят, а она еще будет апгрейжена. Ну и к тому же, камон, 10 пуль. Лек. Они вовсе не смешные. Это 10 пулек, которые не смешные, но... 10 пулек. Всего 10 пулек.
такой вот рай индастриала. Космодесант? Парни! Нет, парни! Фак, парни. Я надеюсь, вы вернетесь даже. Один? Ну ладно, потом парни придут, да? Эх, парни. Ну, пока что поорудуем мельтганом. А потом заменим. Даже едет героически, ты посмотри, а. Ну, это все из-за гвоздей в голове. О, они броняли это. Исключительная ярость. Нет, не броня. Исключительная ярость. Снижение ярости при активном режиме ярости существенно замедляется. Используйте это преимущество, чтобы уничтожить врагов толпами. Человечество. А кого вы врагами человечества считаете? Орков? Так это развлечение человечества, а не враги. Вы чё? Здесь, по крайней мере. Ой-ой-ой, вот то, что я говорил. Ну ладно, тут можно и болтом. Этого орка так просто не... Показалось, что он ближе, чем кажется. Чем есть на самом деле. Бум, ребята, бум. Как я и говорил, опять закончились. Проблема с орками. Вот эти ребята уже покрепче будут. Те. Там еще крепче будут. Дальше. Ну иди сюда, господи. Да ну иду. Ну иду. В смысле, а кто? А кого вы ждали, ребят? А, вы надеялись на обычных младшего лейтенанта и ребят, да? А тут вот эти вот ультра приперлись. Но все-таки мы уже давно не летали при помощи нашего уважаемого Ранса. Ну блин, мне так хорошо было без вас. Капитан Тит. Да, рад, блин. Встречи. Есть идея, где мы? Мы должны подходить к точке выхода на поверхность. Воздух что, инквизитора с собой привели? Тоннели меня уже достали. Надо выбираться и успеть найти инквизитора до орков. Да нахрен он нужен? Эти его одни проблемы. Тут еще два эти пацана бесят. А ты говоришь инквизитора.
Не надо проклинать орков, они хорошие ребята. Особенно вот эти вот с ракетами. Они просто супер. Не простреливаются, правда, нихера. Да ладно, я бы там попал. У них даже башка не простреливается. Так просто. Ты так, знаешь, за два часика освоился здесь. И рубятся орки значительно проще. Особенно вот эти вот приемчики для восполнения жизни. Они, знаешь, тяжко даются поначалу. А потом... Атака орков пошла. Пошла атака. Ребята, что у вас вообще? Просто болтеры? Ну да. Вас бы заапгрейдить еще. Было бы здорово. Вот если бы была возможность апгрейдить ребят. Орки атакуют. Давно вот этого дела не было, да? Ой, извините. С орком переплутал. Чутка. Они для меня все как орки, когда ярость врубается. Ну вот видишь, а ты говоришь проклятые орки. Они нам подсобили, а ты вот их клясть сразу. Седой, ну ты вот прям как дед. Вечно что-то тебя не устраивает, блин. Все ж класс. Наконец-то. Только орков мало. Не сильно чище, чем внизу. Но сейчас у нас хотя бы над головой небо. Наше место встречи в той стороне. Вот оно, небо. И чего орки хотели добиться, убив всех этих несчастных? Сейте ужас. Деморализуйте ополчение. Жестоко, но эффективно. Это не стратегия войны. Для орков это спорт. А, это стратегия победы. Медикаменты полностью израсходованы. А у нас были медикаменты? А что со мной не поделились? О, еще одна плюшка вижу. Крыша торчит. Там возьмешь? Ну ладно. Да я бы взял. Дит, ты че? О! Метеоритная атака. Класс. Ну, орки даже не летят, они тупо падают. Вот это десант. К оркам наконец-то пришло подкрепление. Может, теперь они перестанут заканчиваться? Их еще миллионы. Найс. Наш план не изменен. Вывести из этого мира Инквизитора и Источник. Тит, если они захватят мануфакторий, и что? Будем 100 лет оттуда выковыривать. Опять ты бухтишь. Мы ультрамарины. Орки для нас не проблема. Во! Путь у нас неделя, возможно.
Но к тому времени орки уже сумеют понять, как разбирать титанов. Космодесантник Апостол. Бухтит и бухтит. Доступ разрешен. Открыта лазерная пушка. Лазерная портативная пушка Астартес посылает всех. По лазерному лучу высокоэнергетические импульсы и может пробить практически любую броню на большом расстоянии. Оснащена мощным оптическим прицелом с регулярным коэффициентом приближения. Вот это вот хорошая пушка. Хорошая пушка. К тому же она снайперская. Но опять вы темните мне тут. Ну, после, против вот таких вот ребят. С глазами и с пушками. Сотых ракетные установки орка. А чё он взорвался? Убивайте ли этого орка, так просто не убить. Граната уходит. Граната! Классная, да? Спепелитель. Центр эвакуации. Но пулик опять-таки не так много. Уже не является надежным убежищем. Сохраняйте спокойствие. Но в целом она выполняет свою миссию и нормально. Строение. Залив все кровью. Дайте уже плазменный болтер. Что вы зажимаете плазменные болтеры мне? На рабочем месте недопустимо. Ну? Нарушители пройдут курс воспитательной терапии. По попе им и та-та, и в угол поставить. Ребята, где пульки? Там же были пульки у вас. О, хоть один с пульками. Но не так и много. Потому что это... Конечно, правда, вот перебоя нет только со смешными пульками. С несмешными. Зеленокожие! Не спасли. Для этих обычных слабаков, конечно, даже Гречина является смертоносным врагом. Фу ты, блин. Я думаю, куда вы стреляете? Не, мне это не будем, а вот пульки давай. Помалу, конечно, берет он. Кто теперь жопа светится? Не то, что даже светится, а сверкает во тьме, я бы сказал. Все, пошли вперед. Основные силы уже разгромлены. Хотя, знаешь... Упс! Что? Твое дело достойно. За него можно умереть. Отстойно, блин. Нихера себе. Ладно, хорошо, будем добивать теперь. Не, ну. Ну надо же, а. Да. Враги человечества! Пошло!
Такс. Давай поговорим еще раз. А, ты живой еще? Бомба! Бомба! Затоптали. А что это за подлые приколы? Пульки другой стороной разворачивать. Еще каменюки. Где? Ча? Чё ты пугаешь? Все же нормально. А этого действительно просто не проймешь. А ты такой быстрый, прям класс. Все, ребят. Рих на части. Следующий. Можно нужно научиться атаковать как-то, сука, вместе, а? А он не сдох. Ладно, верю. А то играешь, играешь. Там трах тебе дох и... Что, блин? Укокошили за какие-то пару секунд. Если вы получили травму, возвращайтесь в свой блок. Это Проведение ваша проблема. Машин не оставит вас. Угу. Вот этого оставил. Этого тоже оставил. И этого оставил. И этого оставил. Но так вообще не оставит. 9-го разряда и ниже не будут получать медицинскую помощь. Это работа для снайперской пушки. Такие дыры за ними оставляешь. Я не понимаю, каким образом мне не удается их убить с первого выстрела. Даже когда я не попадаю в голову. Да знаю я. Орк-гном. А чё там за отстрел такой шикарный, а? Ну, пока да. Атак, а? Я пущу тебе. Орк только что скопытился, это правда. А сколько там вообще стрелков, что они мне устроили такую жопу, а? Седой, ты мог бы пристрелить там, а это что-то? Я отверну тебе башку. Не надо. Вы сами напросились. Да. Голова взорвалась. Этого орка вообще как нехер срать. Да это один орк, расслабься, седой. И кто это? Палисандр, блин, там.
Тут такое зеленое освещение прикольное. Короче, умиральная яма. Зеленокожие атакуют. Да? Давайте их сюда. Я пущу тебе кровь. Конечно, давайте кровь. Не, ну это модные слишком пульки на таких ребят. Все, седой. Ты говоришь, орки атакуют. Это так, орчики слегка приатаковывают. Ну, пытаются. Япономать, и это три ультранасильника, которые причиняют оркам ультранасилие. Три всего лишь. Понимаешь? Три. И толпами валят. Если бы тут было хотя бы два десятка, тут нужно было бы не миллион орков, чтобы мы хотя бы заметили от них какое-то сопротивление. А миллионов 300? Техножрецам придется снести здание и отстроить все заново. Да ну и хер. Огромной братской могилой. А тут как будто бойница вообще. Это что, хрущевка местная? Да, здесь похоже. Дроган сказал встретиться у монумента. А вот это было красиво. Вот это было... Это что вообще такое было, а? Так вы же стрелять не умеете. Я, правда, умею больше всех на рожон лезть, но что поделаешь? Все же кнопки на мне. У меня кнопочный капитан Тит. Во всех смыслах. Я же на клавиатуре играю. Центр эвакуации Гамма. Крематории с 15 по 48 работают на полную мощность. Сука! Эх! Так просто, солнышко. Да, культ черепов, культ смерти, он такое. Инквизитор Дроган, мы должны вывести вас с планеты, пока вас не убили орки. Пока мы вас не убили. Вы подверглись воздействию источника энергии. И чё? В генераторной, я сам видел. Ну и? Это же была чистая энергия варпа. Ближе к делу. Как же вы не погибли? Ультра? Этот источник проводник энергии варпа? Создание хаоса. Ересь. Мою работу против ксеносов благословила Империя. А это благословение поможет нам против орков? Мое исследование особо секретно. Практическое применение только санкций. Я же говорю, попаянный. Как тебе такая санкция? Считайте, что Империя дала ее. Хорошо. Источник питает экспериментальное оружие в научном центре. Психическую плеть. Оно может уничтожить орков. А может, они уничтожат. Вас не посещала мысль использовать его раньше? Психическая плеть еще не испытывалась, сержант. Если она сработает не так, то уничтожит планету. Выбора нет. Попытаем удачу. Используем ее. Да камон! Они там это экстерминатус на ней срать делают, блин. В комплексе Калкис, в моих лабораториях. И это чё, блин? Нам понадобится транспорт. Капитан, мы рядом с площадью, куда направлялась лейтенант Мира. Угу. Это место сбора имперской гвардии. Угу. У гвардейцев Валькирии. Можем долететь до того комплекса. Будем искать аванпост имперской гвардии. Долететь. На ранцах.
Это тебе не ножками, вот это теп-теп-теп-теп-теп-теп-теп. Это нормально, вот это вот. Прыг-скок, а? Вот смотри, вот, вот тем, кто на нижних шконках, им, конечно, везет. Хотя тоже, конечно, по 6 человек в комнате, но это уродство. Но все-таки нижние шконки, они с обогревом. А верхние такое. Еще и цепура такая, ну, в общем. Порвется, упадешь, блин. Ногу поцарапаешь, ну, такое. Условия, конечно, скотские. В этих хрущевках 6 человек. 6 человек. Просто 6. Ни единого стола. Один рыломойник. И вот это что-то типа душа. Или это такой писсуар. Типа точно не промахнешься. Скотские уродские условия. Конечно, они не побеждают орков. Если вы получили орков-то травму, еще хуже. Возвращайтесь в свой блок. Повелитель машин не оставит вас. Жопа как сияет, а? Еретической магией. Сейчас идем уже, ребятки. Пошло мочилово. Ребятки, а еще вы вообще стреляете? Это что такое было, а? А что вас остерегаться? Я уже расплавил. Так, очистили плацдарм. Сейчас будем... Да блин! Он жив. Не могу сука понять, что мы выжили. Мы так надеялись, что он уже сдох. Ты посмотри, его пополам чуть не порубало там. Инквизитор, ваша рана задерживает нас. Я справлюсь. Может, давайте лучше его пристрелим. Валькирия. Я отвлеку их, встретимся на месте. Тогда отдайте источник энергии сержанту, капитан. Нет, Дроган. Источник был нужен вождю орков. Когда его орки увидят, что источник у меня, они пойдут за мной. Да. Пошли. Да. Ребята, просто отвернитесь, я один раз вот топориком рубану. Бастион Праймус в той стране, господа. Но там хозяйничают орки. Смотри, как лазерными указками-то стреляют, а? А у кого такая пушка? А, классная, слушай. Кайф, дай пострелять. Я ж думаю, кто тут такой пушечкой херачит. Так, ну где там этот рюкзак? Летучий. О. А. А я и забыл, что он здесь. Но эта штука прикольная. Эта штука прикольная. Особенно с этой штукой. Открыт громовой молот. Могучий громовой молот — это самое редкое оружие ближнего боя, доступное космодесантнику. С каждым ударом энергетическое поле молота выпускает мощный импульс. Если используется громовой молот в качестве стрелкового оружия, доступны только болт-пистолет и болтер. Улька. А теперь это да. Орочьи гнезда. Это да, есть минуса. Но давай смотреть правде в глаза. Когда сосранцем... Добро когда сосранцем... Центр эвакуации Омега.
То не проблема вообще. Здесь вы будете защищены от сурового климата. Орков сюда! Срочно! Я не понял, где все орки? Убивайте людей! А вот и орки! Ура! Я отверну тебе башку! Нет! И вот теперь, наконец-то, наши удары начали останавливать... Врага нет, 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 бабам! Подожди, а там, по-моему, что-то такое было хитрое. Не. Подожди, я, по-моему, мог делать какой-то там последний удар об землю. Секундочку, да уже вроде как... Может, он пока не открыт? Там был какой-то такой очень прикольный удар. А может, он не делается из-за ранца? Он был настолько прикольный, что ради него все это вообще затевалось. Что бы вы ни делали, капитан, продолжайте. Зеленокожие ломятся в вашу сторону, открывая нам путь. Прикольно им. Оу, сейчас-то мы полетаем. Давайте, тут маг. Точно, вон и маг. Бэмс. Шмяк. Вот это я понимаю. Космодетсад. Не, ну это уже реально не детсад. Ребята. Так, я тебя найду, тварь. Ага. 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 А удар держит. Славно. Все, сдох. Вот так просто. В воздухе. Я от воздуха оттолкнулся. А? А? Было? Было. Ну, конечно, заборчики здесь, да. А ты говоришь, пистолет, пистолет. Да нахрен он нужен? С рюкзаком. С рюкзаком он, конечно, нахрен не нужен. А так-то, конечно, хотелось бы. Но там вроде должен быть какой-то добивающий такой вот. Финализирующий. Я бы даже сказал, ударчик. А что у меня по пулькам там? Нет. Yes. Хотя это, конечно, может плохо кончиться, если здоровья мало. Быстрее, быстрее, добивай, быстрее, пока орки не увидели. Быть слабым телом, чем я же говорил, что может плохо кончиться. Лучше быть живым телом, живым, живым, понимаешь, живым. Просто выучи это, Тит. Один раз выучил и все, и никогда не забывай. Лучше быть живым. Убить их.
Нам нужна поддержка. Так, все, быстренько убей его и все. Потом тебя добьем. Пошло, мочилово. Кто меня? Мочилово пошло. А, это наши? Ренася. А кто что так мощно отстрелил-то, а? Или... А! Господин, мы обязаны вам жизнь. Я инструмент воли императора, солдат. Теперь говори, где тут поблизости скопление орков? Бегом давай! Площадь Марсис за жилым комплексом. Она кишит этими тварями. Ненадолго. Как сказать? Как сказать? Потолки ему там не понравились. Слишком низкие, говорит. Капитан, мы уже в поле зрения бастиона имперской гвардии. Тут головой бьется, дай боже. Кстати, вроде радиус поражения дальше у этой штуковины. Но могу и ошибаться. Так оно уже сдохло. Мочилово. Пошло. Стоп. Этот мой. Найс. О. Маг. Где этот наш маг, блинский? Эти людишки так вымахали. А его так просто не проймешь. Давай быстрее! Эй! Убивайте людей! Твою мать, а? На грани фантастики. Да? Да, космодесантники выживают в экстремальных условиях, которые я им создаю. В общем-то. Ну, что поделаешь? На грани надо играть просто. На грани. Нет горючего. Блин! А вот это будет проблема уже. Без горючки будет проблема. Обрубительный рубеж. Раймус, капитан. Сержант Сидони рассказал мне об инквизиторе и его оружии возмездия. Он сказал, что вам понадобится воздушный транспорт. Быстрее всего туда долетят ваши валькирии. На время нас поджимают. Куда ты идешь? Ваши люди уже на борту своей валькирии, и отряд готов отправляться. Мы мигом доставим вас на Калкис. Имперский. Нет, почему мигом? Пора перейти в наступление на орков. Валькирии, ты чего? Мигом они доставят. Это вообще почти вертолет. Часть 3. Оружие. С Валькирии 1. Внимание, приближаются летуны орков. Капитан Тит, мне нужен стрелок на тяжелый болтер. Да! А мне тоже. Если тебе понравилось, обязательно прожми лайк. Будет скоро новая серия. Можно будет прожать лайк еще раз. Ну а если не нравится, то, конечно же. Что ты смотришь вообще? Ну, поставь лайк и все.
В общем, в любом случае, большое спасибо всем за компанию и отдельный респект спонсорам канала за поддержку меня и капитана Тита, который уже опять-таки летит убивать орков. И побой!